Самолеты Амурской авиабазы теперь будут ремонтировать в городе Свободный. Там построили крытый ангар специально для обслуживания воздушных судов малой авиации Приамурья. Сейчас в парке Амурской авиабазы 11 самолетов Ан-2 и 5 вертолетов Ми-8. Одновременно в ангаре размером 30 на 45 метров могут вести работы на двух воздушных судах. Строить помещение начали полтора года назад. На его возведение из областного бюджета потратили 26 миллионов рублей. В будущем для авиационно-технической базы планируют купить специальное оборудование, обучить специалистов и начать серьезные ремонты самолетов и вертолетов. Пока же амурские суда малой авиации ремонтируют в центральных регионах страны. Дальше требуется и водооборудование, сертификация. И в этом ангаре, это уже будет не ангар, а авиационно-техническая база. Авиационно-техническая база – это значит уже объект, на котором будут выполняться ремонты воздушных судов, их обслуживание, регламентное обслуживание. В том числе, то есть, имея такую базу, получив сертификат, мы сможем приглашать даже тех специалистов, которых у нас недостаточно для ремонта воздушных судов.